Даже не знаю. Так, у вас есть, у тебя есть посуда дома? Да есть, но она, ты знаешь, какая разноперая, я ее зачем называю. И у вас разноперая. Избавляемся. Впереди весна уже началась. Весна – это время перемен. Не только в образе, не только в красивой одежде, но и на вашей кухне. Как это сделать? Мы предлагаем самые низкие цены раз и самый качественный товар. Взгляните сюда. Золотые либо серебряные ручки – это набор посуды. Сказка. 12 предметов, проклепанные ручки, нержавеющая сталь. И получайте, наконец-то, полный комплект. А теперь внимание. Это цена за полноценный комплект. Посмотрите, пожалуйста, все, что вы видите сейчас на экранах, идет по той самой цене, которую вы видите сейчас. Ты знаешь, 1999, вот такой вот сотейник. Вот. Один только смотри, стоил, я лично видел. По идее, этот набор должен 1015 стоить. По идее так. Но мы работаем почему? Напрямую с производителем? Конечно. Правильно. И теперь смотрите, вы сейчас приобретаете этот набор, и он долговечный. Минимум 5 лет. Сковорода, сотейник входит в комплект. Такое предложение действительно бывает очень редкое. 12 предметов, нержавеющая сталь, золотые либо серебряные ручки, многослойное капсульное дно. И я хочу показать, что я приготовил. Давай, я хотела бы напомнить, что сегодня бесплатная доставка вам гарантирована при заказе целого набора. В комплекте все необходимое. Друзья, также вы можете выбрать цвет ручек, либо серебряный, либо золотой, который красуется на нашей плите. Совершенно верно. Итак, золотой. Ты это хит, но я бы выбрал, конечно же, это серебряный. А теперь посмотрите, пожалуйста, внимание, с чего я начинаю. Посмотрите, с чего я начинаю. С самой большой рульки. А теперь, Оля, у меня к тебе вопрос. Это большой кусок мяса, здесь практически килограмм. Так. Здесь 950 грамм я готовил. Слушай, а там вот вообще прожаривается. А ты сейчас попробуешь. Дадим ей попробовать. Все, договорились. А я на диете, мясо же мне можно? Ты на диете? Мясо можно. Все. Мясо можно. Мясо буду есть. Слушай, ты знаешь, мне нравится то, что эта посуда красивая. Я, знаешь, я люблю себе поднимать настроение. Еда какая-то совсем другая по вкусному получается, если ты готовишь красивой посуде. Олечка, так. Сейчас ты будешь пробовать. Я так, сначала я показываю. Возможно. Приготовить мы можем мясо. Почему я вам показываю большую рульку? А теперь вспоминайте, возможно ли в обыкновенную рульку, к примеру, поместить в вашу сковородку? Вы не поместите, она не поместится, а в наш сотейник, потому что здесь, внимание, глубина 7,5 сантиметров, легко помещается большой кусок мяса. А значит, можно обжарить буженину, можно обжарить ногу и можно приготовить любое постное блюдо. Слушай, здесь соусом можно что-то приготовить. Да, я совершенно верно, это я специально оставил. Можно приготовить и, конечно же, жареные стейки, можно залить соусом и тушить. Олечка, я сейчас отрезаю, смотрите, я сейчас... Смотрите на эту рульку, сказочная рулька, правильно? Я так, чтобы вы ассоциировали название «сказка», либо номер лота называйте, когда сейчас будете звонить нашим операторам. Звоните Итак, бесплатно. Олечка, ты попробуй, я сейчас, знаешь что, буду доставать еще некоторые блюда, вкусненько. Потому что я приготовил постные блюда. У нас же пост, а ты пока расскажи свои ощущения. Я рульку обожаю. Она такая сочная, она такая мягенькая. Смотрите, вы также можете приготовить и с наслаждением кушайте эту вкусняшку, зовите гостей и готовьте в правильной посуде. Создайте свою сказку, создайте свой уют, готовьте шикарный посуду, вы этого достойны. Целый набор, не одна кастрюля плюс бесплатная доставка. Олечка, как у тебя ощущения? Прекрасно, ты тоже кушать хочешь? Я хочу еще раз рассказать. Итак, смотрите. Взяв вот этот, заказав набор, вам больше ничего не нужно. Сковорода у вас есть, сотейник есть у вас, он же сковорода и сотейник, ковш, при помощи которой вы можете приготовить настоящие блюда, к примеру, мексиканской кухни, или это просто назвать постное. Кукуруза, тушеная в маринаде. Ставлю сюда. Дальше. Если, к примеру, очень важно, к примеру, кто постится, картошка, тушеная с грибами. Как вы потушите? Обжарив здесь, поместив в кастрюлю, заливайте бульоном грибным и тушите. Вот она. Это вы готовите у себя дома. Mm-hmm. Посмотрите, сколько много Слушай, получается. Слушай, мне нравится, что здесь абсолютно разные объемы кастрюль. Часто бывает такое, знаешь, вот суп приготовишь на 2-3 дня и поставишь, например, в холодильник. И нет, вот кастрюль такого же объема. А здесь есть альтернатива. Давайте еще раз посмотрим, что входит в комплект. Посмотрите внимательно. К каждому предмету прилагается крышка, что тоже немаловажно. Это сказка.
сказочный набор посуды под названием «Сказка». Итак, давайте еще раз вернемся. Полный набор, начиная от 6,5 кастрюли большого объема. Здесь можно приготовить суп, как я приготовил, щи, можешь сделать маринад. Следующая кастрюля 4 литра. Очень прекрасно подойдет для приготовления тушеного гарнира, к примеру. Следующая кастрюля прекрасно подойдет для приготовления завтрака, я бы могу сказать, ну, на семью, к примеру, от 5-7 человек. Ну, чтобы сварить кашу. Гарнир. Следующий, я всегда это называю братья-близнецы. При помощи вот этих ковша и кастрюли вы можете приготовить любой завтрак. Ну и, конечно же, сковорода-сотейник, которая выполнена из антипригарного покрытия, значит, не пригорит рулька, как я готовлю стейки, плюс выполнена из качественной нержавеющей стали. Ну и, конечно же, любое, ну, дно из всей нашей посуды вы можете наблюдать толщину. Слушай, мне нравится именно вот в этом предмете то, что здесь высокий борт. Здесь можно жарить спокойно картошку. Да. Ты знаешь, что картошку, когда жаришь, закрывать крышкой нельзя. Оттуда все летит. А за счет того, что здесь высокий борт, ничего лететь не будет. Итак, выбираем цвет крышек, цвет ручек. Смотрите внимательно. У нас есть серебряная вариация. Также идите сюда. У нас есть золотую. Золотая вариация. Посмотрите, это золотые ручки. И крышки тоже у нас там с золотыми элементами. Да, я их снял, они у меня вот там. Итак, еще раз посмотрите. Это полный комплект. Конечно, приобретя его, вам больше ничего не нужно. Здесь можно приготовить борщ, здесь можно поговорить, конечно же. Да, смотрите, вот она, матрешка, которая очень компактным образом складывает весь ваш кошелек. Совсем скоро сезон свадеб. Запаситесь сейчас подарком. А самое главное, что, Олечка, этот материал выполнен, наша посуда выполнена из нержавеющей стали, а значит, не окислится. Любые блюда можете готовить. Можете приготовить, конечно же, прекрасные блюда, такие как кисло-сладкий соус. Но это полный комплект. Два цвета ручек. Серебро и золото. И золото. Поступил вопрос из колл-центра. Да. Сюда. Сказали, а вот золотые ручки, они не будут отлупляться, знаешь, при нагреве? Я не понял вопрос. Отлупляться как от отваливаться и вообще облазить. Слушай, краска, покрытие обычно, оно... Олечка, а зачем? Отходит. Знаешь что? А все лучше показать в прямом эфире. Ты согласна? Да. Давай мы сделаем следующее. Это, конечно же, я смотри, я сейчас показываю качество покрытия. А теперь смотрите, я сейчас беру, так, я нагрел. Считайте, как будто пламя у вас идет. Беру тряпку и просто протираю. Так, сейчас тряпку найдем. Секунду. Ну вот здесь вполне достаточно. И протираем. Так. Посмотрите, золото осталось. Слушай, стало на месте ярче. И стало блестеть еще больше. То есть наш металл не облез, а значит долговечный, качественный. Это целый набор, который вы сейчас наблюдаете на своих экранах. Давайте считать вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 предметов. Я считала также крышки. Вспомните, когда мы отдельно покупаем сковороду, крышку приходится покупать чаще всего тоже отдельно. Мы бежим с этой сковородой в магазин, подбираем по диаметру крышку. Здесь ничего бегать никуда не нужно, подбирать не нужно. Вот он, готовый, идеальный набор под названием «Сказка». И он уже готов красоваться на ваших стенах. Совершенно верно. Он еще, знаешь, как готов красоваться? В качестве подарка. Всегда мы собираем... А, ты знаешь, между прочим, я подобный набор вот хотел приобрести и на подарок. Но я зашел, и цены ужаснулся. Цены в 3-4 раза дороже, чем у нас. Я даже не понимаю, почему так происходит? Да почему? Потому что мы, телеканал «Шопеншоу», сотрудничаем только с нашими давними друзьями. Более 3 лет мы сотрудничаем с одними теми же производителями, российскими производителями. Поэтому у нас особые договоренности без наценок, понимаешь? Вот такие чистые цены мы предлагаем нашим телезрителям. Совершенно верно. Итак, еще раз, дорогие мои телезрители, еще раз обратите внимание, что вы получаете набор посуды «Сказка». Это полный комплект, который выполнен, внимание, из 12 предметов, плюс сковорода-сотейник входит в комплект. Кстати, сковорода-сотейник глубокая, можно поместить целую рульку или обжарить буженину перед тем, как ее запечь. А самое интересное, потом, выложив эту буженину в большую кастрюлю, которая тоже входит в комплект, 6,5 литра, можно потушить. Мне нравится, что здесь абсолютно разные кастрюли. То есть мы угодили абсолютно всем. Пользуйтесь с удовольствием набором посуды, он у вас точно не запылится. Хотя, я уверена, что вы его выставите на самое видное место, чтобы подружки приходили и любовались такой красотой.